Начинаем прямо со специального предложения только сегодняшнего дня. Брюки летний отдых. Брюки летний отдых представлены известным брендом Олмис. Леночка, несколько слов хочется сказать. Конечно, очень. Давай скажем. Ирина Московцева, выпускница школы Вячеслава Зайцева, удивляет нас и радует из Италии. И я выбрала сегодня для себя такое же решение. Вот, казалось бы, брендовые вещи. Какая красивая цена. Конечно, 1799 рублей – это самое выгодное предложение сегодняшнего дня. Летний отдых – это то, что так не хватает нам летом. И сегодня в этих брюках мы поистине свет отдыхаем. И это правда. Ну, вы знаете, давайте начнем по порядку с того, что многие наши российские дизайнеры предлагают нашим женщинам выбирать. И, конечно же, расцветки играют очень важную роль для составления полного ансамбля. Открывает наш показ ментол. Очень красивый цвет, редкость. Да. И уже второй год ментоловые оттенки и нюдовые пастельные тона сегодня очень популярны. Выбор Елены Шептуновой голубой. Очень красивое сочетание, причем здесь добавлена лаванда. Вот этот цвет редкий, на самом деле считается сегодня один из самых дорогих оттенков. Очень мой красивый выбор сегодня бежевый цвет, и этот же оттенок выбрала Ольга Лукомская. Мы сейчас посмотрим на наших моделях. Уже раздаются звонки, Леночка, по поводу размеров. Да, давайте подскажем. Размерная линейка от 48 до 62. Давайте выбирать размер. Ты знаешь, что я заметила? Что брюки невероятно стройнят. Вот у нашей Оли 54 размер. Глядя на наших модниц, я бы так никогда не сказала, потому что ножки кажутся очень стройными. Вставка, которую вы видите сейчас на брюках, это кружево. Мне очень нравится тонкая работа, и это вышивка шелковыми нитями. Это гипюровое кружево, разновидность его, которая достигается так же, как, например, эффект жаккардового плетения. Очень сложная техника с привлечением разноцветных нитей. И мне очень нравится то, что она пришита на нашу ткань, что не создает дискомфорта при носке. Ну, очень здорово, действительно смотрится как настоящая ручная работа. И если вы привыкли к особенным вещам, вы привыкли, что вы подчеркиваете свой стиль, задаете тон всему настроению, то, конечно, брюки летний отдых именно для вас. Напоминаю, цена 1799 рублей. Как мне нравится низ, как оформлено красиво. Очень красиво. Знаешь, что хочу показать, Лен? Во-первых, у нас ткань сама по себе. Почему брюки называются летний отдых? Конечно. Помимо красоты, наши женщины получают невероятный комфорт. И, конечно же, здесь важную роль играет ткань. Здесь мы видим с вами текстильное полотно с добавлением натурального хлопка, что дает женщинам ощущение дыхания, свежести. Вы только представьте себе, когда вы надеваете упругую хлопковую ткань с добавлением лайкры. Конечно, формы будут подтянуты, животик будет утянут. И самое главное, что эта модель выглядит достойно. Тысяч на 5, на 7. Слушай, ну натуральные ткани летом, ведь это так важно. Тем более сегодня у нас брюки из хлопка. Брюки, которые садятся на фигуру, подстраиваются под нее и делают ножки, ну просто бесконечные. А давай поговорим сейчас об эффекте стройности. Итак, у Ольги 54 размер, брюки размер в размер. Марина, у Мариши 52-й, прямоугольный тип фигуры, бедра чуть-чуть поуже, и Марина выбирает тоже размер в размер. Действительно, здесь важную роль играет не только упругая ткань, сколько еще и фасон. Так. Вот я бы хотела заметить, что фасон здесь заужен к низу. Это такие брючки, которые популярны, мы их называем брюки-дудочки. В свое время я помню, что они были очень популярны среди женщин, бизнес-вумен, с пиджаками, с жакетами. А сегодня такие брюки украшают каждую женщину. Мне нравится их длина. 94-96 сантиметров. О чем это говорит? Эта длина подходит как для женщин высокого роста, средний рост, а женщины невысокого роста получают возможность выбрать для себя полноценные брюки. И это здорово, потому что сегодня каждая женщина достойна брендовых предложений, достойна красоты, достойна эксклюзива. Будьте достойны, дозвонитесь прямо сейчас и оформите брюки летний отдых. Попадут в вашу корзину. Ну и, конечно, невероятный эффект ткани, которая обнимает тело. Я согласна с тобой. Ткань очень приятная, и вы можете сейчас вместе с нами к ней прикоснуться. Несмотря на плотность и упругость этой ткани, она мягкая, потому что внутри у нас лайкра. Лайкру добавляют сегодня даже в нижнее белье, которое создает эффект подтянутости. Брюки летний отдых. Еще раз хочу напомнить, здесь очень большой процент хлопка и лайкры, который утягивает ваши бедра, подтягивает животик и ягодицы. И очень важную роль здесь играет посадка.
прилавка. Давайте посмотрим на Марину. Марина сейчас показывает свои формы. А я хочу заметить, у наших девчонок есть в области талии животик. Секретики. У многих женщин, конечно, поэтому такая модель с высокой посадкой, с эластичной лентой утягивает и подтягивает ваши формы, не доставляя дискомфорта. Ну, Света, ты знаешь, для себя я уже давно определила. Я буду носить теперь только предложение с эластичной лентой. Никаких строгих поясов, ничто не сковывает движение, никаких втянутых животов и никаких отпечатков на теле. Один комфорт. Я хочу сказать, Леночка, что да, действительно, наши брюки подарят женщинам комфорт, когда мы забываем, что они на нас надеты. И важную роль играет эластичная лента. Причем я хотела бы заметить, что эластичная лента тянется вместе с тканью. Еще Леночка спрашивает и задает вопрос. Света, как ухаживать за такими брюками? Вот. Можно их носить на праздники? Конечно, можно. Не просто можно, нужно. А нужно. Впереди свадьбы, выпускные. Я уверена, что в таких брюках с прекрасным сочетанием шелковых нитей и украшением по бокам, это как лампасы, нашитые на ваш летний вариант, вы можете смело отправиться на торжество. Самое главное, правильно подобрать зону верха. Ну, а в этом мы вам сегодня поможем. Но, Свет, мне еще очень нравится фантазийное завершение наших брюк. Я согласна. Вот давай посмотрим на это поближе. С удовольствием мы попросим сейчас нашего режиссера показать низ изделия. Обратите внимание, во-первых, вы замечаете, что низ изделия у нас не прошит, ткань не пробита нитками, все оформлено изнутри. Мы видим с вами двойную обтачку, как на воротниковой зоне, все боковые соединительные швы закреплены зигзагообразными швами, а это значит, что такая вещь прослужит вам не один сезон. Но это здорово, потому что мы сегодня делаем инвестиции в свой гардероб. Итак, внимание, специальное предложение только сегодняшнего дня, самое выгодное, но я считаю, самое стильное. Это брюки «Летний отдых», брюки от бренда «Олмис», 1799 рублей. Дозванивайтесь прямо сейчас. Не упустите свой шанс стать самой модной в своем Если городе. Вы любите более спокойные оттенки, вы можете выбирать блузу, тунику «Ермила» нежно-пудрового розового цвета и брюки «Летний отдых» бежевых оттенков, как на Ольге. Это прекрасно. Забирайте прямо сейчас. Будьте модной, будьте стильной, будьте неповторимой.